И все это время надо мной, черной тенью, висел Рорк. Мы уничтожили платформу, отвели весь флот, затопили эсминец, и все это время меня волновало только одно. Где Рорк? Здесь, впереди, ждет. Он был настолько хорош, призрак. Но что с ним случилось? На этом заводе было нечто важное. Федерация изо всех сил скрывала это от нас. И мы чуть было не выяснили, что это. Чуть было не выяснили, ребят! Чуть было! Саспенс! К вам приближаются два объекта. Шестьдесят FPS! Я гончая ящейка! Спокойно, ребят. Спокойно. Чтобы убить, спрыгнув. А может быть, я хотел убить, я не знаю, там, сальто мортали совершив, так можно? Приближаемся ко входу А. С модулями. Взлушителем. Увидим завод. Прием. Садите в черную зону. Понял. Подходим ко входу. Черный. Воу! Мы куда заходим? В Бруклин, что ли? Воу! Спокойно. Игон, мы у входа. Ясно. Мы готовы у входа Б. Ясно, выходим. Перестроиться. Какое ж серое говно, а? Серьезно? Ну, понятно то, что здесь парк аттракционов никто не даст с тюльпузиками. Ждем сигнала. Шевелись. Их твоя группа займется периметром охраны. Ничто и никто не пройдет. И никто не выходит. Остальные мы обходим слева и двигаем в черную зону. Я бегу! Что может быть лучше? Хотя нет, тут погодка. Смотрите, погодные эффекты. Правда, дождь как будто так и потрясающий. И опять у меня что-то на лице. Видимо, очки такие, знаете, под минус 20. Почему такие блики? Цель впереди. Целимся. Логан, ждем сигнала. Все чисто, я справа. Прикрой слева. Окей. Я готов. Кто еще? У двери. Стелс! Где дверь? Вот эта дверь! Открываю. Там двое. Снять их. Можно выдвигаться. Уа? Что я сделал? По-моему, знаете... На чеку. Эту игру специально там сделали. Камерой. Такой. Следите за следующей зоной. Большая группа целей. Преимущества нет. Создадим преимущество сами. Для детей 5 лет, где ачивки выдают просто так, знаете, мол, молодец, хороший мальчик, молодец. Вот тебе ачивочка, молодец. Продолжай играть. Продолжай. А теперь вот эти мультиплеер. Навесь на себя микрофон. И не заканчивай разговаривать. Ведь всем интересно слушать, что ты говоришь, да. Сам, когда сам с собой разговариваешь. Куда мне идти-то? Я прослушал все. Мы с Логаном разберемся справа. Ну. Че ты тупил-то? Подожди, пока он не подойдет. Кто? Внизу чисто. Какого? Справа чисто. Браток даже не понял, что произошло. Ну, окей, спать отправился. Кейк, мы у южной двери в хранилище. Оно огромное. Не знаю, что внутри, но явно что-то важное. В черной зоне камер нет. Внутри вы будете сами по себе, запуская процедуру перехвата управления. О боже, у меня нет ног! Вот у них маски всех есть, у меня, наверное, розовая такая, с цветочками. С лютиками. Стопудово. До свидания. Это бочка или чё? Или где? О, фак! А сюда нельзя запрыгнуть, ребят. Вообще не... А, нет, можно. Окей. Я ж тебя застрелил, козёл! Чистоте переговоров нет, похоже, все чисто. Ясно, Кейк.
Скеркроу, мы в черной зоне. Похоже, здесь компоненты ракет. Нет, вот я лучше со снайперкой побегаю. Одна снайперка у них линкс. Посмотрите, как детализировано есть, оружие. Похоже, мы на месте. Просто... Вас понял. Сарказм. Есть. Черт. Похоже на спутник какой-то. Вооруженный по самые неболуи. Скеркроу, мы нашли. Похоже на космическое оружие. Вас понял. Установите связь для идентификации. Логан, это... подключи камеру. Тоже. Тихо, открывай главный кислород. Это личный транспорт. Используй камеру, установи связь со Скеркроу. Роберта Дауни младшего. Ему сейчас не на что, все равно деньги тратить. Какая разница? 50 миллионов долларов за мстителей. Отправляйте данные. Дайте взглянуть на главный блок. Как? Ищите жезлы. Вот так, именно. Это кинетическая система доставки жезлов. Как те, что все с Сан-Диего? А, но эти поменьше. Их намного больше. Определенно основано на нашей технологии, Вудин. Надо узнать, сколько уже построено. Молодцы, парни. Отличная находка. Арклайд, все подразделение на боевой вылет. Работаем на поражение. Сбрасывайте все. Шевелись. Хераси. Строят ракеты. Расстояние 80 километров. 6 минут. Работаем на поражение. А в Бразилии PlayStation 4 стоит... 2-1-3. Цель Ромео и Бёрдхаус. Арклайд 2-1-2-2-2-3. Цель Купер, Дикси и Танго. Охереть. Да всем насрачь, он говорит. А в Бразилии PlayStation 4 в два раза дороже стоит. Бла-бла-бла. Направляется целое авиаподразделение, чтобы уничтожить комплекс. Понял вас. Найти всякое говно. Арклайд на подходе. Скоро от этого завода ничего не останется. Господи, вы для вояк слишком много разговариваете. Все. Быстрее ищите данные, надо уходить. Может, вы блогеры из прошлого? Ну, правда, у вас должен... Ты же, она такая большая отвисшая жопа быть. Использую компьютер. Я не умею, я не такой. Нет, я раньше не был задротом. Не делай это из меня. Похоже, не на надо. Для производства. Спутник с номером 24. Сколько же их всего? Здесь зашифрованы данные. Похоже, пробные запуски, даты, прогнозы. Я не понимаю. Они их запускают? Внимание, зафиксирована активность. Сильная, берите данные и убирайтесь оттуда живо! Хераси! Я-то подумал, мне какой-нибудь бро подошел и толкнул как... Меня в жопу! А это взрыв! Ну, может, взрыв, мой браток. Так, пошел вон. Пошли вон. Пошел вон. Кто? Что происходит? Кто меня стреляет? Я сейчас робокопа вызову. Дым... А, дыма не ослепляет, ребят, поздравляю. А, точно. Да, вы ослепили меня, ребят, а не их. Вау, у вас наконец-то тепловизор появился, да, в абсолютно светлом помещении, а вот... А вот в темноте полной нет, у вас не было тепловизоров, да? В той миссии, где здесь я проходил в небоскребе. А почему вы все холодные? О, господи, это трупы! Я сражаюсь с зомби! Какого хера они холодные? О, май гад! Что происходит? Что происходит? Мне страшно. Почему они не теплые? Чувак, дыши! Ну, я еще понимаю, может быть, костюм такой, знаете, который тепло не проводит, но... Глаза-то почему не теплые? У тебя нет мозга? Ты задержал дыхание, что... Что происходит? Этот козёл кинул гранату назад. Ублюдок. Господи, сколько там щитов, а? О-оу. Вот так... Слушайте, эта граната, по-моему, катится со мной. Она, знаете, самонаводящаяся или ножки отрастила, пока до меня бежала. И такая, ууу, привет, чувак! Здравствуй, я твоя граната! Хочешь меня? Ну, скажи, что меня хочешь. Ну, пожалуйста.
What the fuck? What the fuck? Ладно, я не увидел этого хера, который выбежал. Отлично. Тара-тара-там. Что за глушилки? Вот так. А сейчас-то что меня убило? Сейчас-то что меня убило? О май гаааа, я не знаю, просто... Я просто не знаю. Что? Вот сейчас что меня убило? Я уже полностью закрытие меня... О, господи, боже мой, что происходит? Я не пойду слева. Слева идут только мудаки. А слева идут только мудаки. И мудаки потом получают по яйцам. Господи, сколько много мудаков! А может, если я в тепловизоре, то меня не убивают? Вот как его убивать? Я ему пальчик отстрелил, он был... О, нет, мой пальчик! Как они узнали мое слабое место? Мой мизинчик! Я в него вложил все. А-оу. Пока. Чувак, да ты Галина Кабаева, поздравляю. Ну да, это не таким образом уничтожил мне тепловизор, спасибо. Кто-то там остался, да? И у этих гранат радиус поражения размером с жопу Дженнифер Лопес, то есть очень большой, мать твою! Говнюк. Я убил его? Ей. Ну что, так стрелять намного проще. Они бы сразу просто помечали игроков врагов красным цветом. Я что заметил, в этой игре намного быстрее кончаются патроны. В одиночной компании. Ребят, давайте работать за меня, сколько можно? Тара-тара. А, да. Нужен же пистолет для него. Я просто испугался, ребят, извините. Не хотел. Чё? Укрытие, конечно, это не простреливается, да? И-и-и! Забирай! Горячая картошка, мать твою. Главное, чтобы не горячая крошка-картошка. Хотя, если бы такое положили туда, в это месиво, которое не продают, то было бы вкуснее. Знаете, там, гранаты в собственном соку, порезанные ломтиками. Так, выходим на счет три. Раз, два, три! С приправой из тротила. Holy shit! Раз, два, три, это не означает то, что можно выходить. Ребят, вы что, охерели, что ли? Я выбежал, думал, сейчас побегу. За скидками в Икею. А, ща прибегу. Ну хотя, в принципе, если вы бежите за скидками в Икею, то, скорее всего, вы на такое напарываетесь. Там целые армии пытаются скидки забрать. Отлично. Ну, знаете, здесь просто серое на сером, ни хера не видно. Просто замечательный дизайн локации. Все сливается вместе. Знаете, я уже начал по трубам стрелять. Выходим на счет три. Раз, зато 60 FPS! Fuck you. Раз, два, три. А она улетела вниз, окей? Я тебя видел, высовывайся. Где твоя жопа? Вот шкотина, как он мне попал?
Вы это видели? Я только выслался и закричал сразу. Оп! Все, выстрел в голову, все! Что это было сейчас? Алло, гараж, нас среагировать не мог! Так, выходим на счет три. Какая же тупость. Два, три. Просто потрясающе. Он знает, где я сижу, он... Ну, видите, искусственный интеллект, он читерский, он... Он не честный. Он просто знает, где ты сидишь, так, и все. Все. И это со времен Call of Duty 1. Еще если в Call of Duty 1 это нормально было? То сейчас... Господи, зайди внутрь! Им перезарядиться надо срочно. What the fuck, вы это видели? Сейчас еще и был бы свой, я вообще хер... Блин, это свой! А какого хера он целится в другую сторону, мудак? Ты мне пройти не даешь, спасибо. Я ни хера не вижу в этом паре, пару. Ж... Просто гениально. Просто отлично. Так, выходим на счет три. Раз, два. А может мне не идти налево, может пониже? А, господи. Перезарядиться что не может? А смотрите. What the fuck? Сейчас у него другой был пулемет. Хотя из этого стрелять удобнее, я бы сказал. Нахера, в нем была половина. Половина? What the fuck? Опять я застрял. Молодец, Киган! Прикрыл врага. Так, где-то скотина здесь. Отлично. Я вообще не думал, что он здесь будет сидеть. Это с каким надо мудаком быть, что сидеть здесь? Скорее всего, умным мудаком. Он где, не сдох? Я уже другого хочу прицелиться. А игра мне лочится на этом. О боже мой, серьезно. Уи! Опань пою! Holy shit, эта игра еще и зависла, потрясающе! Похоже, я что-то взорвал. И типа чё? О боже мой! What the... Fuck, что это было сейчас? Ладно, хоть пулемет взял. Уже плюс. Что происходит? Господи! Я не понимаю, что происходит. Нихера себе. Как? Вы что-то взорвали? Взорвали? Это случайно? Что вообще происходит? What the fuck? Реально как будто где-то скидки. Мы уничтожили номер 24, а где... Большие анонсировали. Аксо даст новые инструкции. Пора домой, парни. Худшие опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Одина. Скоро они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые вы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Киган, ты отправляешься в Колорадо Спрингс. Еще бы. Встретимся тайно завтра в Вегасе ровно в 12.
А в Лас-Вегас пойдем? Или Бокс ты есть Лас-Вегас? Хочет сделать все быстро, так что лучше подготовиться, пока не срубило. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Твоя борода. Она слишком гейская. Да нет, она нормальная. Просто я завидую. Потому что я женщина, наверное, или собака. У меня не может быть бороды. Все женщины об этом мечтают. Сейчас должен быть еще такой звук, знаете, тут, 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 как 24 часа. Сейчас они, знаете, перематывают время на 18.06 и начинают их кормить. У меня ноги появились! Ребята, спасибо, я теперь не инвалид! Господи! Ну что, это все кусок дерьма? Вы уже долго им занимаетесь, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Ребята, скоро будет ужасы. Хочешь сделать что-то хорошо? После шести? Сделай это сам. А, ты очнулся. Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Вот зараза! О, я мертв! Молодой человек, вами я займусь позже! Пока! Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Пошли вы! Я собака! Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас. Ты не призрак. Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя. Но ты... Ты называешь себя призраком. Бла-бла-бла. Что? Ты и твои сыновья. Что это такое? Сказать Дикхалича или тыкнуть ему пальцем в нос? Что это означает? Вот этот значок. А, в задницу ему воткнуть, да? Он еще дергается. Простатит ему ущипнуть. Я говорил, тебя не целиться в людей. Но ведь и выстрелить можно. Вот и все. Еще немного. Вон туда. Ну я дергаю стики, ничего не получается. Черт, Ворк, стой! Отца! Логан! Логан! То есть я был виноват в том, что убили отца, окей. Тебе что-то есть, парень? Мне это нравится. Рисковать, чтобы защитить своего капитана. Я хотел тебя за задницу щипнуть. Чему научиться, Элиас? Он мой сын. Что ж, сейчас он увидит, как ты умрешь. Я убью тебя, слышишь? Я убью тебя, сукин ты сын! Порву на куски, ублюдок! Я горжусь тобой, Логан. Все будет хорошо. Ты прав, Элиас. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Чи боссу нужен живым? Да нет, это он артистично решил поиграть. Или по-моему кто-то по чайкам стреляет. Вот так. Лучше бы я не поднимал пистолет, только поднял, сразу начали меня стрелять. Наверное, кто-то по чайкам стрелял, никак не мог попасть, и тут неожиданно начал людей убивать. Он случайно это сделал. А я только пистолет взял, мне начали стрелять. Младший боссу нужен живым.
О, я даже заметил, как мерцу... замерцал прицел впереди. Где козлы? Где козлы? Даешь винтовку? Ты в порядке, Мерик? Ребро сломано. Но идти могу. А че не могу взять винтовку? Киган, мы в пути. Поторопитесь. Есть. Встретимся на кухне. Где файл Рорка? Пошли вы! Я файл Рорка ищу, это все, что мне нужно. Черт, тащи сюда свою задницу. Не приказывай мне! Давай сюда, парень. Действуем быстро. Да, я действовал быстро, быстро сдох. Так что это такое? Ничего не сказали. Мне, наверное, было стоять за ним. Всего шансов выбраться. За дверью какой-то шум. Во. Возьму нормальное оружие только. Давай сюда, парень. Да бегу я, бегу, что-то... Ноги не ходят. Тащи сюда свою задницу. Действуем быстро. Скоро уже будет. О, я более близкие контакты могу здесь устраивать. Немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Слышь, ты где-то находишься? Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Слишком много. Подними его. Давай сюда быстрее. Вон на полке клади. Готов, ложись. Выключи рацию. El ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Райли! Ahora mismo. Райли, прилети сюда. У Райли собственная ракета есть. Райли мобиль, Райли лед, Райли жопа. Сдохни уже. Все, хватит, хватит жить твоим яйцам. Давай, вот, все. Слушайте, не хочет он. Изнасиловали мужика бедного. Сидеть тихо, их будет еще больше. Он никак не мог, видимо, этого предугадать, что его, что ему здесь сделают. А что его яйцам здесь сделают лоботомию? Что? Ну, в смысле, ну вы поняли, да, как бы? Ну вы должны догадаться. Своей стране огромную услугу. Мэри, Кэш, Логан, если вы меня слышите. А, я тоже придумал, я тоже сейчас эхо включу, чтобы вам было понятно, что я говорю. Во! Классный! Смотрите! Классный! Ведь вы все понимаете, что я сейчас говорю. Да, да, эхо вообще абсолютно не мешает. Вот, я тоже сейчас все понял, что он сказал. Просто грандиозно. Тупые локализаторы. Лучше бы оставили английскую версию. Перелили бы только субтитры, то было бы понятней. Хера они за полную звучку вообще берутся. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Viva Las Vegas! Suck my balls! Если я буду ждать, пока они подойдут, то они будут стрелять меня первым. Вот, они ускорили свое передвижение, когда я начал по ним стрелять. Зачем ждать, пока они подойдут, если можно... И займут укрытие, если можно их перестрелять, пока они находятся на открытом пространстве. Это ошибка новичка. О-оу. О, фак. Да всем насрать, мужик. А в этой миссии есть ачивка расстрелять 21 автомат с... Одноруких. 21 однорукий бандит. Ну как эти автомат? Игровые автоматы, во. Фак, кемперство не получается у меня. Я никогда не был силен в кемперстве.
поэтому я не гомик. Нет, если, ребят, если вы, допустим, если вам нравится мужское тело, и вы мужик, но вы не кемпер, то еще, это еще не значит, что вы гомик. Нет, а вот если вы, если вы предпочитаете только большой размер груди, но вы постоянно кемперите в играх, то вы самый гомикообразный гомик в мире. Ненавижу кемперов, все кемперы гомики. Им надо сделать лоботомию всего, потому... Нет, им не надо делать лоботомию, она им не поможет. Потому что... Она будет просто бесполезна, как бы. Бесполезна трата времени, потому что это как... Это как женщинам делать обрезание, да. Ну, ребят, ну, давайте. Ну, вы должны додумать, это был этот самый... Не смешная, знаешь, не смешной петросянский прикол, надо его додумать, да. Я могу... О, отлично. Ладно, не расстреливаются. Не расстреливаются, да. Ой, могу здесь прыгнуть? О, фак! Это вы ребятам сообщаете, которые внизу стоят? То, что я покинул укрытие? Чё за хер там? Не унимается никак, а? Слышь, успокойся! О, фак. И пусть твоя жопа меня прикроет, о, великий... Кто ты там? Имунхотеп? Хер его знает. Нужно пройти через ворота. Нет, спасибо. Так. Так, это банкомат. Ага, вот. Раз, два, три, четыре, пять я сломал. Эй, отбирайте. 10. Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как здесь. Так, это не считается, да, окей. Но они только в этом месте... А, нет, вот еще есть. А, вот еще есть здесь. Так, еще 20. А где еще один? Мне нужно... Вот, я уже сломал. 20. Мне нужен еще один. Боже. Там 10. Тут 10. What the fuck? А где мне еще один найти? Там... Да, я не хочу смотреть, ребят, там меня запрут, и я может, не смогу ничего сделать. По-любому где-то спрятался, я не знаю, сидит, мол, не расстреливайте меня, пожалуйста. Я буду выдавать только деньги, не буду забирать деньги. Ну, слушайте, их нету, по-моему. Их 20, я больше не вижу. Это такой гайд по ачивкам еще, до кучи прохождений. Почему? Потому что я задрот и играю на Xbox. Я должен все взять от тех 16 гигабайт, которых занимает эта игра. Я же не покупал. Че, дебил, что ли? По-любому здесь где-то остался. Не, ну я не хочу перепроходить миссию ради одного. Подождите. Терпение, спокойствие, ребят. Только спокойствие. Так, это не он. Может, здесь? Где ты, скотина, зашкерилась, а? Да ладно, по-любому впереди будет. Потому что я здесь их не вижу. Так, еще раз, давайте все осмотрим и пойдем вперед. Так. Здесь ничего, 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 да? Что скажете, где я пропустил его? Так, рулетка не считается, нужен торговый автомат. Рулетка. Для блэкджека. 5 очко, эти не разбить. Здесь нету. Здесь нема. Так, здесь эти не разбиваются, эти я все разбил. Так, здесь я уже разбил 20. Так, эти не разбиваются. Эти тоже, блин. Ну, значит, дальше будут еще, потому что все, я все осмотрел. Здесь ничего нет. Ты не задолбался держать? Киган такой, мол, скорее! О, боже! Ох ты. За то, что я нашел, а? Так-то они плохо спрятали. Modern Warfare 2 некоторые хер найти было. Так, это банкоматы. А, ну вот еще зал, видимо, да, сейчас будет. Стопудово здесь что-то есть.
блин, я не верю своим зенкам. Сколько еще? Уже немного. Держись с левой стороны, мы почти вышли. По-любому он где-то был спрятан на каком-нибудь там втором этаже или на третьем, или где-нибудь один стоит, знаете, в ремонте. Нет, я... О май гад! О, фак ю! Блин, я сообразить даже ничего не успел. Я пошел назад проверять. Они не могли дождаться, пока я назад схожу, проверю. А, нет, скрипт. О чем это я? Назад, назад! What the fuck? К окну? Господи, чё вот всё к окну, да к окну? Да, я где-то его пропустил, короче говоря. О, нет! Как же это было глупо. Логан! Логан! Ты в порядке? А ты как Мэрик? Я Росомаха! Я уверен в этом. Нужно уходить. Воу! Вот это тень была. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Росомахе не нужна помощь. Потихоньку. У них численное превосходство. Только Стив Блум. Вперед, вперед! Райли! О, Райли! What the fuck, Райли убили? Так глупо! Я хочу помочь Райли! Нет, скоты! Не трогать Райли! Ублюдки! Он в порядке. Пуля прошла насквозь. Порядок, я что-то не вижу, что он в порядке был. Я хотел взять снайперку. Ладно, не важно. Райли, я тебе! Райли Фас! Давай, пой, спой мне! Так, я думаю, здесь дробовик как-то уже особо не поможет. А вот это другое дело. Босс-вертолет, мать твою. Вертолет кружился в белом танце, по-моему. Он когда-нибудь упадет? Нет! Он только будет кружить! Что с ним? Он так долетит до Антарктиды, ёптать! Было, ребят, все нормально! Это просто я взял курс такой. Мародеры будут застрелены, написано было. Слушайте, это что-то мне напоминает. Это же Speak of the Line, ребят. Там же то же самое было. По-моему, тоже в казино, нет? Ну там хотя бы было продумано все это дело, то, что песок, то, что разрушено все. Серьезно, это же было Speak of the Line. Идиотизм. Не, да, надо сказать еще то, что Speak of the Line, по сравнению с этой игрой, это вообще крутой, удивительно, охренительно поставленный шутер. Кусок. О, фак, Райли, извини. Козел чуть меня не кинул. Ты ж, я тебе сейчас Райли в задницу засуну, ты пойдешь с ним так. И-и-и. Потом Эйфелеву башню еще. Игра хочет сказать то, что я в него не попал, окей? Буду стрелять. Это что, это пальма или человек? А, это... Киган стреляет, окей. О, господи. Педос, что делали с собакой, чтобы заставлять ее скулить, а? О, фак. Райли, ты будешь моей броней. А убить? Врагов куда побежали-то? Я бегу! Райли!
Ралли, пой, давай! Давай сделаем себе Джастина Бибера и Джастина Собакера. Но только тебе будет нравиться баскетбол, и ты будешь мужчиной. А, это не человек, окей. О боже мой. Дебил, что ли? Не знаю, он бутылку искал, чтобы сдать. Фига себе, они даже прикрывают меня немножко. Ой, да боже мой, задолбался брать ралли. Это так интересно просто обосраться, ребят. Ралли переносить. Просто охереваю отчасти. Ау. Привет! Мы нашли, ребят! Гост 6, подбросить вас до дома! Не-не-не, мы так сами! Вон, Ралли, вот, вот видишь, я так гуляю с ним, с ним все нормально. Мы так часто с ним гуляем. Иногда я поводок надеваю. Центр, это принц 2-0. Загрузка окончена, возвращаемся на базу. На себя, в смысле, надеваю. А, неважно. Вы поняли.